В пресноводных реках Новой Зеландии обитает один из самых могучих местных хищников. Длинноплавниковый речной угорь. Он вырастает до 2 метров в длину и является одним из самых крупных угрей на Земле. Угри нашли мертвого новозеландского огоря. Обычно угри активно охотятся и предпочитают живую добычу – рыбу и раков. Но сегодня они не привередничают. Возможно, это их последний обед. Некоторые угри готовятся к грандиозному последнему путешествию. Им может быть за 80, когда приходит время отправиться на нерест, а затем умереть в 5000 километров отсюда, посреди Тихого океана. Через год с лишним их потомство вернется в Новую Зеландию с океанским течением. Но пока угри сыты и ждут, чтобы прилив отнес их в море. Четыре утра. Вокруг тихо и темно. Угорь, которому около 100 лет, покидает водный дом. Он начал воплощать свой последний план. Во время прилива он уходит в загадочное морское путешествие к тайному месту для нереста, которое нам только предстоит идти. Угорь, ползущий по гальке, совершает удивительный подвиг. Он рыба, вышедшая из воды. Поглощая кислород через кожу, он пересекает пляж. Вскоре эта пресноводная рыба станет океанским животным. Он направляется в Тихий океан, где в ходе нереста присоединится к другим угрям. Куда он держит путь? Загадка, на которую пока не найден ответ. Где-то, возможно, в 5000 километров отсюда, в глубокой океанской впадине, есть место, где длинноплавниковые угри спариваются и умирают.